Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Давайте разберемся, что любит карась, чтобы наловить его побольше. Карась любит мелководье и прибивается буквально к берегу в поисках тепла, корма и кислорода. Правда, на мель карась выходит не всегда, а только при благоприятных сезонно-погодных условиях. Карась любит безветренную погоду и относительное тепло. Идеальной температурой воздуха будет плюс 20-25 градусов тепла, а вода плюс 18. Также карась любит стабильное давление, чтобы оно не менялось 2-3 дня. Тогда начинается усиленно кормиться. Летом карась предпочитает кормиться утром и вечером. Именно в это время рыбакам советуют идти на рыбалку. Карась любит погоду после дождя. Бывалые подмечают, что когда прошел сильный ливень и слегка еще капает, это лучшее время для лова, и у карася начинается жор. Еще карась много кушает, когда стоит безветренная погода и идет тихий дождик. Карась не любит холод и сильный ветер, и становится в разы менее активным, даже если похолодание происходит посередине лета. Покушать эта рыба больше всего любит червя, опарыша, геркулесовое тесто и манку. Летом обожает сладкие запахи, запах чеснока и аниса. Летом карась любит прикормку и собирается большими стаями на нее, поэтому не забывайте прикармливать точку ловли. Также карась любит камыш, ведь в таких местах есть природный корм. В первую очередь ищите его там. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!